Здравствуйте, мои дорогие. У меня сегодня так вот утро началось. Столько дел, а я ничего делать не могу. Пока не выговорюсь. Вчера у нас в Керчи горе случилось. Взрыв был в колледже, погибло 18 ребят, больше 40 ранено. Ну, следствие так говорят, что это мальчишка учащийся взорвал. Там какое-то самодельное устройство. Ну, наверное, все слышали в новостях. Но так как я не смотрю телевидение, а все узнаю из Ютуба, то вчерашний вечер просто вывел меня из себя. Я люблю Ютуб за правду. За какое-то такое альтернативное мнение. За честные новости. Но, видимо, теперь вот эта жажда наживы и продажность стали какой-то фишкой Ютуба. Что очень обидно, ужасно неприятно. Реально стало прям обидно, противно. Весь вечер меня прям трясло от возмущения. Узнала вот про эту новость. Страшную такую. Ну и кинулась смотреть подробности на Ютуб. Че блогеры об этом говорят? Может быть, там из Керчи блогеры что-то выложили? Ну что-то, ну, первая же мысль какая? Ну как могло такое случиться? Что там? Как там? Ну и что я вижу? Сотни видео вывалились. Прям сразу же. Начинаешь смотреть, а там кроме крикливого названия нет ничего. Те же слова из новостей, ворованные друг у друга видео, какие-то высосанные из пальца, непонятно вообще что, домыслы какие-то идиотские. И чувство такое, лишь бы видео быстрее выложить. А что там? Никакого уважения ни к зрителю, ни к себе. Главное, чтобы были просмотры. И плевать на все. Пекут пирожки, пока горячо. Мало того, осуждают и обвиняют мать этого мальчика, которого там подозревают во взрыве. Еще говорят, что она его до этого довела. У меня в голове не укладывается вообще, что это? Как можно так? Следствие только началось. Никто ничего не знает. То, что говорят в новостях, это не всегда, сами понимаете. И вообще суд выносит приговор, ну, обвинение, приговор, а не вы. А бедные родители вот этих погибших и раненых детей. Вы же еще накопаете, сейчас всякого дерьма навыкладываете. Мало им горя. Вместо того, чтобы быть бережней как-то, аккуратней. Не дай бог задеть вот что-то. Ну, у людей сейчас что в душе-то творится? Там месиво больное. Даже представить страшно, что с ними сейчас происходит. Там одно горе и боль. А вы своими грязными руками лезете туда, топчете, тычете. Фу, не могу. Что вы за люди-то? Промолчите вы, если не знаете ничего. А хочется сказать, так скажите. Я рядом всем сердцем с тобой. И душа моя так же болит, как твоя.
Да. Ну, речь-то о том, что блогеры ради роста своего канала ничем не гнушаются. Готовы сгноить человека, не обладая вообще никакой достоверной информацией. Ни чести, ни совести. Да и с умом, видимо, проблемы, раз такое творят. Умный человек осознал бы, что он творит и какие последствия могут быть у человека. Ну и как бы напоследок, как бы это пафосно ни звучало, каждый человек отвечает за свои поступки и за свои слова. Нельзя так, господа. Нельзя.